Приветствую. Сегодня мы поговорим о законопроекте 91.85, который предусматривает новый вид наказания, в том числе для тех лиц, которые уклоняются. И вот сейчас мы разберемся с тем, что это за новый вид наказания и по каким статьям его будет предусмотрено. Хочу обратить ваше внимание на то, что это пока еще законопроект, но при этом он уже прошел первое чтение, и сейчас его готовят для второго чтения. Давайте его посмотрим. И вот мы на экране видим его название: про внесення змін до кримінального, кримінально-процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану. И вот здесь мы видим сразу, что же они предлагают. Вот этот новый вид наказания, называется пробационный нагляд. И смотрим, в чем же заключается суть этого пробационного нагляду. Вот здесь в части 2 мы видим, что суд, покладая на засудженного до пробационного нагляду такие обов'язки. Перше, періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації. Друге, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання. І третє, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. І так, от здесь ми з вами сразу видим, що... Человек, который осужден, признан виновным и которому назначено такое наказание, он по сути проживает дома, работает на своей прежней работе, штрафов никаких не платит, но вот он становится таким подотчетным государству, скажем так, да. Но это еще не все. Кроме этих видов ограничений, суд может покласти, как мы видим, на засудженого до пробаційного наглядку такі обов'язки. Перше, використовувати електронний засіб контролю і нагляду та проживати за вказаною у рішенні суду адресою. Тобто некий такий аналог домашнього, ну, частично домашнього ареста, да? То есть ты должен проживать по тому адресу, который будет определен в решении суда. Ну, естественно, это будет тот адрес, по которому человек зарегистрирован, либо постоянно проживал до суда. И при этом носить электронный браслет. Второе. Дотримуватися встановленим судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля. Дополнительная, да, такая обязанность, дополнительное ограничение, что человека хотят там изолировать от тех людей, с которыми он общался, да, ну и возможно от тех мест, где он обычно проводил время, если это места, ну скажем так, с некой плохой історії. Третє. Працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів Державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано посаду, роботу. Тоже ідея понятна, да? Ми пытаемся человека соціалізувати і трудоустроить. Четвертое. Виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою. Это то, что уже пробация распишет, что человеку необходимо делать. Пятое. Смотрим здесь, что у нас. Пройти курс лікування від наркотичної, алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб. Ничего, кстати, здесь нового нет. Вдруг кто-то там сейчас скажет, это что там, принудительное лечение и тому подобное. У нас есть уже такая категория давным-давно, как принудительные меры медицинского характера. То есть здесь ничего нового, но это, опять же, определенный аналог их, а не совсем они. И шестое, смотрите, брати участь у заходах, спрямованих на утвердження української національної громадянської ідентичності.
Собственно говоря, на этом все. Чтобы вы понимали, чем отличаются вот эти шесть последних, да, обовьесков, вот в части третьей, которые есть, вот они, да, от части второй. Здесь нужно что понять? Что в части второй это те обязанности, которые будут в любом случае для всех, у кого, для кого будет применяться вот это наказание, пробационный нагляд. А вот остальные шесть, это дополнительные, которые суд может назначить, может не назначить, может назначить какие-то из них отдельные, а не все сразу. А вот эти первые три, которые выделены сейчас на экране, они будут обязательны для всех. Итак, мы разобрались с тем, какое наказание будет предусмотрено в Уголовном кодексе, если проголосуют за этот законопроект. И перед тем, как перейти к рассмотрению вопроса, за какие же преступления будет предусматриваться данное наказание, хочу вам напомнить, что у меня есть телеграм-канал, информации в нем гораздо больше и появляется она более оперативно, чем на YouTube-канале. Также я там отвечаю в комментариях на ваши вопросы. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному видео. Ну а теперь перейдем ко второму вопросу. Начиная с третьей страницы данного законопроекта идет перечень тех составов преступлений, за совершение которых будет предусмотрено наказание в виде пробационного надзора. Список этот огромный и составляет 150 составов. Конечно же, мы не будем сейчас о них о всех говорить, мы поговорим только о тех, которые в той либо иной мере связаны с призывом на воинскую службу, с мобилизацией и с военным положением в Украине. Итак, говоря о призыве на воинскую службу, данный вид наказания теперь будет возможен за совершение таких преступлений, как уклонение от срочной службы, уклонение от призыва лиц офицерского состава, уклонение от воинского учета и уклонение от направления на учебные сборы. И обращаю ваше внимание, поскольку сейчас самым актуальным таким видом уклонения, наверное, является уклонение от мобилизации. Это статья 336. Так вот, данная статья не будет предусматривать такого вида наказания. По 336, как и ранее, останется лишение свободы от 3 до 5 лет. По другим составам, которые связаны с введением военного положения и с ограничением на выезд из Украины. Естественно, в это время участились совершения преступлений, предусмотренных статьей 332 Уголовного кодекса Украины. Это организация незаконного пересечения границы. Здесь также не будет предусмотрено такого наказания, как пробационный надзор. А вот одно из популярных преступлений в условиях военного положения – это подделка документов, либо же использование поддельного документа, статья 358. Так вот здесь по 358 статье будет предусмотрен пробационный надзор. Но опять же акцентирую ваше внимание, что это пока законопроект, и все это станет возможным, если, соответственно, за него проголосуют. Но думаю, что в какое-то ближайшее обозримое будущее этот законопроект ждет второе чтение. На этом у меня все. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков. Если вы считаете данное видео полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, и вы найдете на нем еще много полезных видео. Ну а я желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.